вот где бы я ни выступал, а выступаю крайне редко, особенно с такой еврейской программой, мне всегда почему-то просят исполнить эту песню, которую я сейчас собираюсь исполнить. Я даже забыл, что она у меня есть в репертуаре. Но почему-то не понимаю, почему, но все просят. Раз просят, а вдруг вы тоже захотите. Поэтому я решил ее спеть. Да. Вы ее все знаете. Нету человека, независимо от национальности, который бы не знал эту песню. Поехали. Вспомнили? Ночь дождливая, туманно, все темно кругом. Мальчик на рейке стоит, мечтает об одном. Он стоит к стене прижатый, на вид чуть-чуть горбатый, и поет на языке родном. Ой-ой, чин-твой-чин папиросный, трекен и бунтерер межморгосный. Друзья, купите папиросы, отходи, пехота и матросы, отходите, пожалейте сироту, меня согрейте, посмотрите ноги мои босы. Мой папаша под Херсоном жизнь свою отдал, мамку где-то под Ростовом немец расстрелял, а сестра моя в неволе, сам я ранен в чистом поле и свое зрение потерял. Ой, курите швей была ханки, дермит ветераю самым дарковым. Здесь маншрайнен малой, и норвил померный твой, польский рынок вызывай. Друзья, я ничего не вижу, милостыню вас я не вижу. Подходите, пожалейте, сироту меня согрейте, посмотрите ноги моего сына. Несчастный я, коллега, мне 16 лет. Я прошу у человека, дайте мне совет. Может Богу помолиться или к черту приютить? Ради Бога, дайте мне совет. Ой-ой, Левчин-Клоевчин папиросный, Трехина-Бондрерный шваргосный. Койфен-Койфен, Бенемонесин, Нота в мирах унес, Ротовит-Риосен, Дой. Друзья, купите папиросы, отходи пехота и матросы. Покупайте, не жалейте сироту, меня согрейте, посмотрите ноги мои босы. Браво!